Приветствую на канале Техноманьяк. Arduino проект для начинающих. Простой измеритель уровня звука на базе Arduino Nano и OLED дисплея. Разумеется, высокоточный прибор из этого устройства не получится, но как показометр вполне сгодится. Так как это проект для начинающих, то он совсем простой и состоит всего лишь из нескольких компонентов. Arduino Nano, OLED дисплей и два резистора. Резистором R2 осуществляется постройка уровня звука. Его номинал может быть от 1 кОм до 100 кОм. Рекомендовано 10. Электрическая схема устройства выглядит вот так. Резистор на пине А0 обязателен. Иначе защита порта микроконтроллера в лице двух диодов будет искажать звук. Звук я беру из левого канала аудиовыхода, что находится на передней панели системного блока. Увы, Arduino два таких дисплея не потянет, поэтому если хотите стереоверсии, придется собирать два идентичных устройства. Диапазон питания устройства от 3 до 5 вольт. Правда, есть одно но. Чем ниже напряжение питания, тем ниже яркость дисплея. Как вы видите, при питании от 3,3 вольта мне пришлось отключить свет, но это на камеру так. Вживую даже днем яркости в помещении вполне достаточно. Скетч для Arduino имеет несколько настроек. Они расписаны в текстовом обзоре. Как всегда, ссылка на схему, исходники, библиотеку и комплектующие к данному проекту находятся в описании. С вами был канал Техноманьяк. Если считаете видео полезным, не забывайте ставить палец вверх. Это видео еще далеко не последнее по этому проекту, так что подписывайтесь на мой канал. У меня есть в запасе еще много интересного. Пока. Название трека, который использовал, в описании.